Ташкентская, 18, Леша. Первый, двум пятеркам ноль. На связи. У нас тут посложнее стало. На хату двух барыг привезли в плащах и очках заклеенных. Братва уже наширялась, так что ждем с нетерпением, Никит Никитич. Понял, выезжаю. Надолго сегодня? Как получится, Леша. Угу. А что, проблемы какие? Да не то, чтобы, просто жене обещал пораньше. Сестра ее из Смоленска приехала, вот и все. Понял, постараюсь пораньше. Включай мигалку. Подъедем, выключишь. А? И правила нарушай, Леша. Быстрее надо. Вы, Никит Никитич, покажите мне того мента, который по правилам. Эх! На каком этаже хата? На втором. Окна во двор и на улицу. Сколько их там? Было четверо, но потом еще трое подвалили. По нашей информации, в квартире две тетехи и калаш. А что у нас с людьми? Я потянул группу Вадика Рязакова с Малокарпатской, там адрес пустой. ОМОНовцы четверо сидят в техничке у соседнего дома, плюс мои. Ну и? Брать надо. Только вот коммерсанты эти, как бы их не зацепить. Мы их толком не разглядели, но, похоже, они уже прилично обработаны. Обыск на эту хату у нас есть? Обыск, да, санкционированный. Ну и ладно, будем брать. Пойдем сразу же через окна и через двери. Подгоняй пожарки, готов людей. Все, я пас. Мне как? Даст ты зуба нет, представляешь? Ну что? Слушай, у тебя была шесть. Мужики, я выиграл. Роднуля, иди ко мне. Или ты? Да. Слышь, Саня, там эта хренотень какая-то внизу. Че? Похоже, пи***.